Прошло уже почти два года с того момента, как Анатолий Локоть стал главой Новосибирска. 6 апреля прошли выборы, на которых он одержал победу. К исполнению обязанностей приступил 23 апреля. Время подвести некоторые итоги. Мы строим детские сады, 15 детских садов в прошлом году. Мы приступили в этом году к следующей программе. Фактически это модернизация, обновление и капитального ремонта и строительство новых средних школ. К успеху, я считаю, существенному успеху, это закрытие барахолки вещевого рынка. Но это такое явление из 90-х годов. Время, в которое Анатолий Локоть возглавил наш мегаполис, нельзя назвать простым. Экономический кризис поразил многие отрасли экономики. И, конечно же, Новосибирск не стал оазисом спокойствия и благополучия. Хоть наш город и регион и отличаются от многих российских областей и краев тем, что основа его экономики в промышленности и инновациях, а не в природных ресурсах, мэр считает, что кризисное явление невозможно преодолеть как-то отдельно от всей страны. Я не носил никогда пикейного жилета и шляпы Калантье, поэтому рассуждать на темы свободного города Новосибирска, как рассуждали в известном классическом произведении «Пикейные жилеты» насчет свободного города Одессы, я не буду. Тема монстрации в этом году снова оказалась в центре скандала. Некоторых участников этого мероприятия не устраивает предложение мэрии участвовать в общем молодежном шествии, другие, наоборот, обвиняют муниципалитет чуть ли не в пособничестве оранжевой революции. Я считаю, что наша беда, вот есть такая беда, это крайность позиции, неумение слушать друг друга. Это приводит к серьезным очень противоречиям и конфликтам. Ну, позиция примерно такая: я прав, и делайте все, как я сказал. Но у нас Новосибирск город большой, сложный, и у нас разные взгляды. Мы этим отличались всегда, вот этой палитрой разницы взглядов. Найти компромисс и взаимопонимание между людьми с совершенно различными взглядами на жизнь, а также, невзирая на экономические трудности, сделать так, чтобы наш город развивался, такие цели озвучил Анатолий Локоть. Так, уже на следующей неделе на улице Зорге 267 откроется филиал муниципальной аптечной сети, где лекарства можно будет купить со скидкой в 20%, уже второй в нашем городе. В планах создать такие аптеки в каждом районе. Из уже состоявшихся достижений градоначальник также отметил прошедшую проверку эффективности распоряжения муниципальной собственностью и работы муниципальных предприятий. В результате было принято решение расформировать некоторые из них, показавшие свою неэффективность. В городе открываются учреждения социальной сферы, идет работа по совершенствованию дорожной и коммунальной сфер. Впрочем, как отметил во время встречи Анатолий Локоть, оценку его работе должны давать прежде всего сами горожане.